А на сцену приглашается тоже юный лауреат фестиваля, Грушинского фестиваля, Миша Шпаков. И выступает он в составе ансамбля «Интервал». Город Курган, ансамбль «Интервал». Вообще, вы обратите внимание на географию участников конкурса нашего фестиваля. Из многих-многих городов приехали они испытать свое счастье, и многим это счастье улыбнулось. Слушаем дорогих друзей из Кургана. Парнем, и буду я пожарным, и ты тогда узнаешь, как я с огнем борюсь. А может, в цирке местном став клоуном известным, тебя увидим в зале, небрежно поклонись. И вот тогда ты пожалеешь Кулакова, что мне ранец свой носить не доверяла, что за партою одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. Партою одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. А может быть, я буду искать пустыни руды, и радио объявит, что я их там нашел. А может быть, плечистым я буду футболистом, и в матче в Португалии забью победный гол. И вот тогда ты пожалеешь Кулакова, что мне ранец свой носить не доверяла, что за партою одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. Что за партою одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. А может быть, я стану отважным капитаном, открою новый остров, объезд целый свет. А может, утром хмурым стартуя с Байконура, я высажусь на самой далекой из планет. И вот тогда ты пожалеешь Кулакова, что мне ранец свой носить не доверяла, что за партою одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. Что за партою одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала. Дорогой Миша, Кулакова ужасно пожалеет. Она пожалеет еще и потому, что Куйбышевская железная дорога установила роскошный совершенно приз лучшему дебютанту. Самая навороченная кинокамера, она вручается тебе. Казак Кулакова, плачь. Вручите, пожалуйста, этот замечательный приз Мише Шпакову.